Всем привет! И сегодня я расскажу о том, какие видео будут дальше выходить, о чем они будут. Также расскажу и покажу, на какую камеру я снимаю, в какой программе я монтирую видео и как я монтирую видео. Но перед тем, как рассказать, я хочу вам показать вот этот вот плюдариум, который мы переоформляли где-то около недели назад. Анубисы выпускают новые листья. И также сюда посадил криптокаленовую ленту коричневую в воздушной форме. Она у меня уже есть под водой. Решил посадить вот на воздух. Вот она. Там вот сейчас могу показать. Вот там вот она. Вот она сидит тут в горшочке небольшом. В горшок я насыпал землю немного. Присыпал грунтом. И вот там она сейчас сидит. Уже два листика свежих, уже воздушной формы выпустила. Также вот здесь вот я посадил кустик. Также насыпал немного земли в расщелину. Присыпал немного грунта и прикрыл мхом. Как видите, криптокорена не засохла, хотя я думал, от светильника она может засохнуть. Но такого не произошло. А мох потихоньку разрастается. Видны точки роста, даже вот свисает с коряги, очень красиво это смотрится. Вот так выглядит плюдариум в целом. Ну и сейчас расскажу, какие видео будут дальше. Вот эта неделя будет такая без видео, потому что мне сейчас нечего просто снимать. А дальше, вот в конце этой недели, мы поедем на дачу. В Рязанской области, потом в Московской области также поедем на дачу. В Московской области нет ничего, что можно было снимать. А вот в Рязанской области, там у меня есть прудик, тепличка. И мы будем там смотреть, что случилось с прудом за месяц. Я туда месяц не ходил, потому что я был в Москве, и сейчас я в Москве пока что. Посмотрим, что случилось с прудом, что с теплицей случилось. Я, наверное, ее уже буду разбирать, потому что нет смысла до октября ждать. Потому что растения будут медленно расти из-за заморозков. Там сейчас холодно достаточно в деревне. Поэтому, думаю, буду разбирать теплицу уже. Пруд также посмотрю, возможно, как-нибудь его подготовлю к зиме, расширю немножко. Ну и сейчас я покажу, на какую камеру я снимаю. Вот эта камера, Canon 100D. Она у меня давно еще появилась. Точнее, это камера моего дедушки, он мне ее отдал, чтобы снимать видео. Вот эта камера, объектив на этой камере. Называется Canon 18-55 мм CTM. Очень хороший объектив, им можно снимать как пейзажи, так и портреты. Вообще, этот объектив самый такой популярный. Больше всех его покупают такой. Больше спросом он пользуется. Ну, сейчас я покажу, в какой программе я монтирую видео. Вот я отснял видео. Вот этот видеоредактор, в котором я монтирую видео. Называется видеоредактор VideoPad. Нажимаю на него. И теперь нажимать «Добавить файл», добавляю файлы любого видео. Сейчас я вам продемонстрирую это, нажимаю. И теперь выбираю любые файлы. Ну вот, можно вот из видео чистка нерестовичка вот эти вот файлы. И нажимаю «Открыть». Вот идет добавление файлов. И теперь просто вот сюда вот переношу в видеодорожку. Переношу все эти части. Вот, перенес все части. И теперь здесь я что-то вырезаю, что-то добавляю там. Вот где-то я молчу, где-то что-то неправильно сказал, это все вырезаю, либо удаляю полностью. Все это я сделал. Можно также тут добавлять озвучку, вот запись можно сделать, видео. Текстовый эффект можно добавить, любой текст тут можно написать. Ну, я просто обрезаю все, соединяю в единое видео. Нажимаю потом «Экспортировать видео», «Файл видео». Вот, без названия. Можно там набрать любые слова. И нажимаю «Создать», и вот у меня он копируется в видеофайл, а потом уже выкладываю на канал. Это ладно, я отменю. Ну и вот так я вам показал, как я
монтирую видео, на что я снимаю, также сказал, что будет дальше. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!